Курганская область в 2015 году получит более 250 миллионов рублей из федерального бюджета на поддержку развития сельского хозяйства. Это позволит повысить доступность кредитных ресурсов. Документ о распределении субсидий регионам страны подписал премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев. В Курганской области сумма будет распределена следующим образом. 54 миллиона рублей идет на софинансирование расходов, связанных с возмещением части процентной ставки по кредитам сельхозпредприятий. 165 миллионов рублей на аналогичные цели для растениеводов, а оставшиеся 35 миллионов на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам на развитие животноводства.